Всем привет, с вами Прием. Спешу обрадовать вас. На таком сайте, как MMO Champion, выложена официальная информация касательно выхода Battle for Azeroth, дополнение, которого мы все ждем, битвы за Azeroth. Дата выхода 14 августа 2018 года. При предзаказе дополнения коротко и ясно написано о том, что оно выйдет не позднее середины сентября 2018 года. Но оказалось так, что этот фактор не позднее сыграл нам на руку, и в итоге все это дело выйдет даже на месяц раньше. Люди, учащиеся в различных заведениях, школах, университетах, могут радоваться тому, что можно будет спокойно поиграть две недельки в эту замечательную, прекрасную игру. Конечно же, будет стрим, конечно же, будет марафон, врывы, видосики, все вот это вот такое вот это классное дело, которое вам, конечно же, как всегда, нравится. Всех вам благ, счастья, здоровья. Ждем середину августа, ждем топовый контент, ждем выход битвы за Азерот. Не болейте, до скорого.